В общем, привет, друзья, я в Тель-Авиве. У меня здесь рабочая командировка. И там смотрю, Жека Лось и Леха Шредер запустили видос там, как они ВДВшников уделывают. Вот. Ну, естественно, программисты, они не могут остаться в стороне, поэтому делают свою ответку. Я не знаю, то есть не было человека, который мог засечь минуту, поэтому я сделал 25, а сколько влезло в минуту, я не знаю, потом посмотрю на видео. Здесь я буду еще неделю где-то торчать. Но вот смотрите, сейчас 8 часов вечера, и вот пляж переполнен людьми, которые занимаются. Здесь очень много, там буквально через каждые, ну, метров 300 площадки спортивные. Они причем хорошего качества. Очень много людей на каждой. И это прям целый день. Я потому что прихожу сюда примерно там в 7 часов утра, может чуть раньше. И в это время уже она забита. Бывает, ты ждешь, какое-то время приходится ждать, чтобы сделать подход. Вот. Ну, вынужден я утром тренироваться, потому что не всегда получается по-другому, потому что график работы, ну, такой, не совсем понятно, когда здесь свободное время, поэтому я стараюсь с утра. Вот. Конечно, тяжелее намного с утра, но тем не менее, хоть что-то. Поэтому, ребята, видите, израильтяне, они вообще такие, ребята, очень... как сказать, целеустремленные. Они постоянно в движении, что-то делают. Это страна стартапов. Постоянно движуха. Вот. И это в том числе отражается и на их любви к спорту. Здесь очень много вот таких вот спортивных людей, которые бегают, занимаются на турниках, и это прикольно. Вот какая хрень. Завтра я думаю провести здесь встречу с ребятами. Там довольно-таки прилично, ну, порядка 10 человек, наверное, заявило желание прийти сюда, так что завтра мы проведем совместную тренировочку. Ну, вот так, в общем, такие дела. Короче, при этом из Тель-Авива горячего так повезло, что я здесь греюсь, а пока у нас в Минске, Беларуси, начинается холода и выпал снег даже. Вот все. В общем, всем, ребят, пока. Ждите новых видосов.